Если 2020 год был сложным для всего человечества, которое охватил COVID-19, то для армянского народа уходящий високос оказался вдвойне сложным. Это был год потери, предательств, а сам календарь вокруг света армянского за 2021 год выходит в то же самое время, когда армянский народ находится в депрессии и не до конца осознает происшедшее. Мне и самому сложно давать какую-либо оценку пережитым событиям, но однозначно могу сказать, что нашему народу необходимо переосмыслить или, если угодно, переформатировать, что ли, себя, каждого из нас, все мировое армянство, во имя будущего Армении и армян. Мы не потеряли Арцах. Не верьте тем, кто вам говорит, что мы лишились Арцаха. 2020 год окропил наш народ ледяной водой, чтобы мы пробудились, взбодрились и на собственных ошибках научились больше ценить жизнь. Жизнь, свой народ, свой небольшой земельный участок под названием Армения. Армянский народ обязан сплотиться и общими усилиями сделать Армению сильной державой. У нас нет ни нефти, ни газа, но у нас есть народ, рассеянный по всему земному шару. И в его руках будущее Армении, будущее Арцаха. Уверен, мы возродим два армянских государства общими усилиями. Народ, который на протяжении тысячелетий не был сломлен, не сломается и теперь. Веками армяне созидали в разных странах и материках. Настало время бросить все наши усилия, мозги и бизнес на историческую родину. Необходимо сконцентрировать армянские следы на одной точке, на Армении. И тогда мы сможем с уверенностью сказать, мы сделали все. И не только для мира, но и для собственной страны. Жизнь продолжается. Арцах с нами. И поверьте, Арцах будет независим, если каждый из нас приложит максимум усилий в тех странах и городах мира, где проживает армянская диаспора. Со своей стороны предлагаю третий выпуск календаря «Вокруг света армянского 2021». И этот выпуск посвятить Арцаху. Выручка от продажи станет моим собственным вкладом в будущее моей с вами нации. Если вы хотите в очередной раз заказать этот календарь, то вам нужно нажать на вот эту стрелочку, которая находится под этим самым видео, под экраном, и там высветится ссылка, на которую вы пройдете, и там будут все эти условия. Заполните анкету, приложите чек, и будет вам этот календарь. Хочу обратить ваше внимание, что календарь не будет отправляться только в две страны. Это Папуа-Новая Гвинея и Швеция. Причины собственные. Немало пуда соли съел на этих двух странах, поэтому отправляться туда не будет. Во все остальные страны, пожалуйста, всем отправим, как и в предыдущие разы. Надеюсь, он будет украшать и радовать вашу семью и ваших друзей, для кого вы приобретете, весь круглый год. Спасибо за внимание.